Всем привет, ребята! Мы на предстарте. Сейчас третья пара уже поехала в парный заезд. Эндрю Грей и китайский пилот на Mazda RX-7. К сожалению, не помню его имени. Значит, у китайского пилота там не задалось. Там пилотов сильно выступающих на ГТ-ках-то хватает. Поэтому похоже, что Эндрю Грей пойдет дальше. Мы на предстарте здесь ничего не видим. Не видим трассу вообще. Поэтому смотрим так же, как и вы, с трансляции. Благо, что задержка совсем небольшая, на удивление. Толя Зарубин сейчас посчитал, что в нашей Сильвии стоит 11 камер. Всяких разных. Полный салон, завешенный там. Все подряд стороны. Фуджина только что выиграл заезд у Ива Мейера. Причем Фуджина пользовался своим 5-минутным тайм-аутом. Видимо, где-то на тренировке он вылетел с трассы, надломил теншн. А сейчас, когда грел переднюю ось, на торможении просто теншн оборвало. И ребята успели поменять. Ну, на самом деле, теншн меняется-то вообще элементарно. Самое главное — попасть в те же настройки подвески, что и были, чтобы пилот мог ехать на пределе. Ну, вроде как у него все получилось. По крайней мере, Ива Мейера он выиграл. Ив Мейер – это тот швейцарец, с которым Гоча в прошлом году ехал в финале здесь, на Адайбе. Вот у нас будет 7-я пара из 8 в топ-16. Поэтому мы пока что ждем. Скоро уже, кстати, заводиться, греться будем. Насчет качества трансляции мы, конечно, тоже поржали. Смотреть вообще невозможно это все. Не понимаю, почему в такой продвинутой стране, как Япония, до сих пор пользуются такими примитивными камерами, без стабилизации, без использования каких-то крутых технологий. Даже дронов тут не летает над Цукубой. Более того, они еще и не сильно приветствуют вот эти вот все дела, которые мы тут занимаемся. Я имею в виду GoPro, установленные на кузов автомобиля или в салоне. Нам пытались сначала это дело запретить, но, к сожалению, административного ресурса хватило для того, чтобы продавить организатора, и нам разрешили беспрепятственно камерами пользоваться. Если вы обратите внимание, ни у кого из японцев, китайцев, вообще, в принципе, ни у кого не ведется никакой видеосъемки. Мы, по-моему, единственные здесь такие. Вот. Привет, Димон. Времени местного у нас 13:48. Идет топ-16. Мы еще не выезжали, но уже полностью готовы. Фуджина, конечно, всегда машина очень красивая. Внимание к деталям большое. Ну, сейчас понятно, что тачка уже после заездов, уже где-то стукнули, где-то заморали. Но в целом, каждый раз, когда я вижу его машину, отмечаю то, что собрана она качественно. Нигде ничего не висит, не болтается. Все выглядит очень аккуратно. Под капотом также. О, кстати, я тут сегодня заметил интересную фигню. У Кавабаты на его новой А90 Супре электронные зеркала. Видите, камера? Эй! Короче, у него по центру, сейчас видите, три монитора. Сейчас два светятся, вот видите, третий. Лево – это левое зеркало, правое – это правое зеркало, а по центру монитор. Это вот камера сзади. Короче, он сидит, смотрит вперед и видит все, что вокруг машины происходит.
Интересное решение, конечно, нет. Даже в голову не приходило подобное. Возможно, когда-нибудь это приживется, и все начнут этим пользоваться. Не знаю, насколько это удобно. Hi, congratulations. Леха, как дела? Все отлично. Как тебе Япония? Классно. Вот эта машина мне очень нравится, Юкио Мацуи. Давно он уже ездит на этой FD-шке. Трехсекционный у него ротор здесь. А мотор смещен назад. У него одна секция по факту находится в салоне. То есть ротор и так не очень большой мотор, а он еще и смещен назад. Подвеска у него здесь вайсфаб. Но выглядит машина на дороге совсем не как вайсфабная. Вот. Ну и выглядит, соответственно, тоже по-японски. Так, с вниманием к мелочам. При этом система охлаждения у него в багажнике находится. То есть мало того, что мотор сдвинули назад, еще и перенесли часть веса на заднюю ось. Машина выглядит гиперзацепистой на дороге. Он едет так же, как и мы, на 275-35-18, да, я не ошибся. Так, ну ладно, китайцам мы не пойдем. Как-нибудь потом. Нет, дождя нет, погода нормальная. Правда, солнышко куда-то спряталось вон за облака. Но в целом сегодня не очень холодно, я даже в толстовке сегодня хожу. Хотя до этого все дни в куртке. Так, Юкио поехал на прогрев. А Юкио это у нас пятая пара. Короче, мы скоро начнем уже сами готовиться. Запускать мотор, греть. Короче, иными словами, у японцев просто все по-другому. То есть какие-то вещи, они... Каким-то вещам они уделяют такое внимание, что удивляемся мы очень сильно. А какие-то вещи, такие как трансляция, казалось бы, да, то есть кажется, что японцы, они, ну, одни из мировых лидеров по производству электроники. По крайней мере, раньше так точно было. Сейчас уже, наверное, конечно, нет. Но... Толя, вот расскажи нам, дождь, ребята, не собирается пока что. Небо все равномерно пасмурное, но дождя не было ни разу еще здесь. Какие-то русские ребята с флагами. Гоча поедет минут через 10, наверное. Толь, расскажи, почему у японцев такая неинтересная трансляция? Почему они не используют технологии и все прочее? Мне кажется, интернет просто плохо. Нет, так у них же на камерах стабилизации нет. Вот, представляете, вот у них вот так вот это все происходит. Так, что если бы Толя снимал свои видео вот так? Вот можете посмотреть, как это выглядит в японской трансляции. Вот, там заезд идет, пойдем смотреть. Привет, Россия! Привет всем! А мы наблюдаем за тем, как читерит Юкой. Едет везде, как попало. Никогда мне Юкой не нравился. Сильвия чуть-чуть пострадала на тренировке. Очень немного не рассчитался со скоростью на постановке. Влетел в поролон. Смотрите, поролон какие царапины оставил.
на фонаре, на крыле, вот на пленке. Ну и сломался задний бампер. В остальном у нас все в порядке. Надеюсь, что это все так же и останется. Так, Кавабата поехал перед шины. Еще одно из правил заправки. Заправляться нужно в шлеме, а рядом должен стоять человек с огнетушителем. Ну, это, в принципе, не впервые уже. Я удивлен, что в этот раз вообще разрешили заправляться в пит-стопе. Потому что раньше для этого была специально отведенная зона, где-то у черта на куличках стояла палатка, в которую нужно было заехать, закрыть шторки палатки, взять огнетушитель, надеть комбинезон, шлем, перчатки не горючие, и после этого заправляться. Но такие требования у ФИА, к сожалению, организаторы как бы сами над этими требованиями усмехаются, но тем не менее, что есть, то есть. В этот раз немножко попроще стало. А Фуджина нам сегодня помог перевести наше барахло все на предстарт. У нас вот этот грузовик. Смотрите, у нас вот два ящика больших. Там у нас и подвеска, и детали двигателя, и трансмиссии. Вот еще один ящик. 8 колес. Ну, еще разная мелочевка, редуктор, подставки, тележка с инструментами. Короче, мы до этого мы приезжали, брали с собой минимум запчастей, минимум инструмента. Сейчас решили, что не будем ни от кого зависеть, привезем все свое, все с собой. Это 5-я? Сейчас, погоди. Нет, 4-я почему-то. Почему-то. Открой, пожалуйста, чат в WhatsApp. Ну, ты же с утра прогружал. Там Костя отправлял сетку. Нет, нет. Вдруг там кто пишет, да? Ну, если главная пара вам о чем-то скажет, то едем на главной паре 3.9, и четвертой передачи еле-еле хватает. То есть wheel speed 200+, точно, где-то 215 примерно. Хотя нет, даже больше, больше, это же четвертая передача. На третьей бы было 215, на четвертой, значит, там, ну, 230, наверное. Надув 2.1, то есть мы едем на где-то 780-790 сил, короче. Вот. Если вдруг надо будет, то еще пару щелчков на крутилке управления наддувом у нас есть. Но я думаю, что не потребуется, потому что сегодня мы выезжали уже в тренировку выезжали на максимальном зацепе, и мощности хватало, чтобы проворачивать 275-е Toyo 3.8, дрифт спек на давлении 0.5-0.6. Так, ну что, нам пора, короче, машину начать греть. Пожалуйста, Лёх. А? Задомкрать, погреем. Юкой проиграл. Проиграл Юкой? Да. Накосячил сам? Ну, конечно, он зацепа накрутил больше нужного и не мог с ним справиться, но выпрямлялся там. Смотри. О, капец.
здесь, смотри. Хотел зачетерить, свалить на зацепе, и вот тебе результат. Обязательная процедура, когда на улице холодно, да и не только когда холодно, это прогрев трансмиссии. Масло у нас в коробке Матюль Gear Competition 75V140, и точно такое же масло у нас в редукторе, тоже Матюль Gear Competition с вязкостью 75V140. Поэтому масло на холоде очень густое и требует обязательного прогрева. Да и, в общем-то, все шестерни, все элементы трансмиссии, они тоже требуют своей рабочей температуры, дабы не было поломки. Толик все снимает, ходит. Давайте немножко про спек машины порассказываю, потому что в этом году много этому внимания не уделяли. На самом деле, что у нас особенного? Значит, это мотор SR20 с головкой VET от Nissan X-Trail. Естественно, сделана глубокая доработка головки, а блок и блока, соответственно, тоже. Блок у нас от 13-й Turbo Silvia. Он зацементирован, в него установлены гильзы Darton сухие, строгерный коленвал Brian Grover, шатуны Carilla, поршни CP Pistons кастомные. Значит, далее впускной коллектор Hypertune австралийский, который у нас уже несколько раз подводил, но тем не менее пока альтернативы у нас нету. Значит, топливная рейка на 8 форсунок, как и коллектор, в общем-то, тоже на 8 форсунок, тоже Hypertune. 8 форсунок Injector Dynamics 2000, катушки 1NZ, производство NGK, выпускной коллектор Forward Auto, Т4 Twin Scroll, по 2 вестгейта 38-х турбина, Work Corner EFR 8374, 2 вестгейта, Dial, MBSA, вот такими вот ребрами охлаждения. Далее, система смазки двигателя сухого типа, то есть сухой картер. Вот он, насос. Насос Barnes производства. Генератор Custom Made by Forward Auto. Колеса, которые по вылету больше, да? Есть. Вот они все есть. Я знаю. Мы их не собираемся ставить. Да. Они просто есть.
Так, значит, водяная помпа Davis Craig, EVP-150. Два вентилятора спал. Максимальной мощности, которые есть в этом размере. Радиатор CSF, интеркулер автобан. Масло в моторе Матюль 300V 2060 Лиман. В качестве топлива в России BR Fuel E85+. Но, к сожалению, через границу перевести BR Fuel, ну, вообще какое-либо топливо, задача практически невозможная. По крайней мере, в наших масштабах. Поэтому мы сейчас используем Санака E85R, японское топливо. Ну, скажем так, топливо отличается. Причем я не хочу сказать, что он отличается в лучшую сторону. Мощность, на мой взгляд, пришлось немного подуронить. Ну, точнее, это Денис Пономарев может ответить. Но, в общем, топливо отличается. И Дэн сказал, что наш E85 в России, который он лучше, чем японский. Но на самом деле японцы стали выпускать E85 не так давно. Что, у нас дверь закрыта? Не так давно стали выпускать, и может быть еще карбоновая приборная панель. Значит, два ПДМ Матек, даш-панель Матек. Москлинк. Там он спрятан аккумулятор. Коробка Trend. Та же, что и была всегда. Ну и из-за системы сухого картера пришлось сгородить нам карбоновую перегородку. В багажнике у нас бак сухого картера. Масляный сепаратор. Вот эта штука. ARE Sprint, как называется. Топливный бак Radium на 10 галлонов. Выносной насос Sheldon производительностью примерно 850 литров в час. Ну и еще в баке еще один есть насос, который так называемый lift pump, который перекачивает топливо сначала. Короче, к этой штуке, вот видите, вот эти болты по кругу. Там прикручена еще колба. И вот эта колба, она является противоотливным элементом. Из противоотливного элемента уже Weldon забирает топливо и качает скрейку. Вот. Надо остановить, гость отбросит колеса поуже. Окей. Так, ну все, мы достаточно прогрелись. И, в принципе, про машину я уже все рассказал вам. Гость попросил колеса чуть поуже поставить. Ай! Да, скоро едем уже. На прогрев надо поднять, когда выезжаем. Пятая фара приезжает. Короче, когда Мэтт Майк прогреется и поедет на старт, ты можешь выезжать туда. Мэтт Майк едет с Тэнку Джан Лэй. Так вот, как пятый. Колеса поуже, в смысле не покрышку поуже, а вылет дисков. Это у нас был 18, 10,5 плюс 15. А эти у нас, 10, наклейка оторвалась, 10 плюс 20. То есть сделали чуть-чуть поуже заднюю колею. Судя по тому, как Юкой прилип по зацепу к трассе, Гоча решил перестраховаться, немножко снизить зацеп, для того, чтобы не прилипнуть. Народ спрашивает, почему мы колеса решили поуже. Потому что у нас первый соперник, китаец, он не быстрый. Вот, он не быстрый, стабильный, постоянно корректируется. Когда колея сзади уже, полегче все эти корректировки отработать. Ну, в принципе, да. Так, ну... Что вам еще-то рассказать? Начинает, кстати, холодать заметно с того времени, как был парад, и
по текущее время. Мне кажется, температура понизилась градусов так на 5, по ощущениям. Может быть, просто солнце спряталось и кажется так. Сейчас Кавабата с Ацу поедут. Ацу, кстати, неплохо едет на БМ-ке на этой. Живем мы в 12 километрах от Цукубы в гостинице. Гостиница очень даже приличная, причем по стоимости значительно ниже, чем какая-либо другая японская гостиница. Но адски далеко, автобусы не ходят, поезда не ходят, такси не ходят. В общем, добираемся мы на вот этом вот микроавтобусе. Саша Ичибан нам очень сильно помог, отправил нам Леху. Он стоит в толстовке D1 на вот этом вот Эль Гранде, и на нем мы двигаемся. Нам здесь очень весело. Парни, не слышал вас, повтори, пожалуйста, что там? Я говорю, как у вас там остановка, мы уже распыляли, когда мы там выезжаем. Слушай, ну мы тут тоже не сильно веселимся, но выезжаем через две бары, получается. Все, принял. Хорошо. Наставник Кавабата едет с китайцем. Интересный заезд, болеем за Кавабату в какой-то веке. А? Ханс не обязательно. Не обязательно Ханс? А кто сказал? Ну я увидел, что Кавабата без него. Может, он забыл просто? Ну, у меня не проверяли Ханс. Хорошо. Warm up. Okay, thank you. Толь, камеры. Камеры. Поехали, прогрев. Толя, пару камер всего включить надо. Всего 11. Что, зависло, да? А, нет. Так, ребята, что за флешмоб с багажником? Все под контролем, чего вы начали? Да, ребят, закрыл, смотрите. Видите, закрыто. Закрыто. Лех, меня тут человек 40, наверное, попросили закрыть багажник. Запереживали просто, что у нас багажник открыт будет. Закрой свой багажник и иди работай. Вы это имели в виду, да? Давайте еще раз проверим, что багажник закрыт, как бы, чтобы вот, ну, вот все, закрыл. Здесь тоже закрыто. Давайте капот еще проверим на всякий случай. А то вдруг Гоча уедет, а у него багажник или капот не закрыты. Все закрыто, все четко. Ну, слава богу, закрыли, да. Так, все, сейчас мы поедем на прогрев. Вернее, не мы, а Гочи поедет. А мы-то тут. Мы свою функцию уже, можно сказать, что выполнили. Теперь все зависит вот от него. Насчет, кстати, Кавабаты, Супры и ГТРа, да, согласен полностью. На ГТРе он месил просто как боженька, на Супре пока что борется с автомобилем. Ну, они работают с ним. Понятно, что шасси для всех новое, непривычное, и я думаю, что еще потенциал далеко не раскрыт. Поэтому ничего особенного. Редко когда бывает так, что машина с первого своего сезона начинает сразу ехать стабильно на тумбу и без всяких проблем.
Вот. Я думаю, что пройдет какое-то время, год, может быть, два, и смогут они настроить Супру, потому что у Кавабата очень крутая команда инженеров, механиков. Постоянно занимаются с машиной, постоянно что-то меняют, крутят, винтят. Вот. Пятнашечка у нас все равно одна из самых красивых здесь. Жалко, что спойлер пришлось снять. Зацепа так сильно, так много было на тренировках, что пришлось отказаться нам от спойлера. Ребята, про ГТР я, честно говоря, устал уже вам отвечать. Вчерашний стрим, если он еще не исчез из записи, запись прямого эфира, откройте, посмотрите. Я там все очень подробно рассказал. Минут 10 я, наверное, про этот ГТР рассказывал все. Думаю, что вопросов ни у кого не должно быть. Если отвечать кратко... Если отвечать кратко, то... Да, дорогой, на связи. ГТР скоро будет. Погодные условия, как бы у нас маленько изменились. Не забываем про это, асфальт холодный. Морду греем, когда будет возвращаться на старт газ тормоз. Ну и про постановку помню. Не надо там никого удивлять, середину квадрата едем. И все остальное по траектории. Как он проедет, я тебе расскажу. Так вот, Костя Овшаров дал напутствие Гоче. Что, Лёх, построим роторную тачку? Если надо, построим. Вот так вот. Если надо, то построим. Смотрите, про что я говорил. Видите, вон там красный наконечник в конце, надетый на свечку. Это там секция. Мотор сдвинут в салон почти на целую секцию. 20B. Очень классный двигатель. Очень мне он нравится. Конечно, над аккуратностью стоило бы поработать. Смотрите. Как-то шланги где-то налево-направо, ничего не подвязано, не уложено. В общем, можно сделать лучше. Так, ладно, ребят, пойдем мы смотреть заезд. У меня уже, честно говоря, рука замерзла. Если сейчас что-то будет интересное. А, у Кавабата что, 5 минут, похоже? Ну, в общем, давайте я попробую сделать еще один стрим чуть попозже. Сейчас нам надо будет работать. Всем спасибо, сейчас эфир сохраню. Все нормально. У тебя проблема с генератором. Я сказал, что... Может быть, беда. Значит, ты сейчас должен с Фуджина выехать на аппарат. Фуджина должен с тобой поехать. Машина едет. Как, вообще не едет? Вообще не едет. Там без мотора белый дым. Ну, доехала? Все, доехал, отлично, надо пересечь. А финиш надо было пересечь? Конечно, обязательно. Ну что, пацаны, я правила-то знаю. Не первый год. Пока титров нет на экране. Ой, ребята. Да, ребят, только что объявили, мы... мы выиграли еще раз. Короче, машина еле дожила, кое-как пересекла финишную линию. Что-то Гоча говорит, там и выжимной подшипник заклинил, и генератор сдох, и белый дым откуда-то пошел. Ну, в общем... Белый дым откуда, Костя, пошел? Учитель. Он завелся еле-еле. Бух-бух, походу компрессии нет. Бух-бух-бух-бух-бух. У него просто питания на форсунке не хватает. Мозг отключился. Короче, похер, что там такое, блядь. Звезда на нас везет. Так. Нам сейчас надо будет с вами как-то попасть на церемонию награждения.
Я, честно говоря, не знаю, как это сделать, но пойду искать. А? Я, короче, пошел тогда. Ну, собирайтесь тогда, что? Пойду забирать машину. Ну что, ребят, гонка была на самом деле сложная. Я уж не знаю, как она там с экрана трансляции была, но мы тут попотели по полной программе. И Гоча сам отмечает, что ну, очень тяжелый трек, очень тяжелая конфигурация, ошибок практически не прощает. Поэтому я считаю, что этой победе стоит порадоваться. Сейчас мы пойдем с вами заберем Сильвию полуживую и отправимся на церемонию награждения. Так. И погода на самом деле хорошая опять стала. В общем, все хорошо. Окей, окей, I go. No, 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 no. Sorry. Красоточка ты наша! Так, сцепления нету. Фух. Окей. Сцепления нету, генератора нету, из мотора белый дым, но сезон закончен. Осталось привезти машину обратно в Красноярск и можно идти в отпуск, потому что с этого сезона я, честно говоря, уже, ну, честно говоря, сил уже нету. Okay, gotcha. Gotcha, we'll sit. Okay. Gotcha, ну что, Костян, мы же сегодня напьемся? Не знаю. В смысле, не знаю? Меня вот. Чего? Sorry. Can we go for a walk? Okay, okay. Да, Толик, пойдем. Мы грузиться не будем. У меня 1500 человек смотрит, я награждение иди, хотел. Да, иди. Пойдем с Толиком и с Костяном. Да успеем, успеем, не переживай. Толик, я так набегался сегодня с этими колесами. Да успеем, ну, беги, я тебе говорю. Беги в закат. Толик убегает в закат. Теперь
Теперь нам осталось только командную фотку, и мы свободны. Не, нам еще контейнер загружать сегодня. Это уже побочный эффект. Все же думают, это так, приехали, победили, уехали. Ну? А еще столько геморроя. Блядь, тачка решила вопрос. Тачка вообще зарешала все в этом сезоне. Yeah. Wait for me. Go! Это... это менеджер японцев Toyo, команды Toyo. Он нам очень сильно помогает. Совместно мы с ним работали. Me is one more time. Stop. Fujino, stop. Gocha, one try. And second try. Stop, Gocha. Unbelievable. That's all. Unbelievable. Yeah, unbelievable. Yeah. Toyo tire のドライバーはこう、ファイティングスピリットがいいね。No fighting spirit. Toyo tires have best. Ну что, ребят, мотор пережил сезон. 4 цилиндра, ёпки. На секундочку. Гонка на Moscow Raceway, первое место. Гонка в Атроне. Что-то там какое-то 15-е, по-моему, место. Ну, короче, низко. Дальше. Нижний Новгород, первое место. АДМ Рейсвей первое место. Красноярск второе место. Сочи пятое, да, по-моему, пусть? Сочи, не, мы отвалили в топ-16. А, в топ-16? Топ-16. Рига. Дрифтмастерс, четвертый этап. Второе место. Ну и, собственно, FIA IDC. Первое место. Четырехцилиндровый СР, который удивляет весь мир. Вот так-то. Я вот так не могу. Ну, мотор отъездил ровно столько, сколько нужно было. Не минутой больше. Хотя непонятно, что там произошло. Точно там заклинил генератор, скорее всего, от перегрева. А потом Саня все заснимет вам сторис и по эфире все разберем. Это уже пофигу, что там с машины, пацаны. Радуйтесь. В очередной раз лопнул впускной коллектор у нас. Видимо, надув 2,2 бара для него чуть-чуть многовато. Ибина! Thank you! Number one! Thank you, man! Да мы рядышком где-нибудь в стороночке стоит. Тара-тара-тара! Ух, не зря приехали. Не зря приехали, да. И не так уж и холодно. На улице. Уже теперь нет. Да, уже теперь нет. Уже теперь холодно. А на трибуне было холодно. Вот смотрите, как выглядит подиум чемпионата мира. Как у нас на Красном кольце. На Красном кольце лучше. Ну, повыше то, что. Дмитрий Сан. How are you? Надеюсь, вы довольны. Ваш мат. Блин, ну это было прям болезненно. Тачка сдохла, все. Я понял. Вот. Не минутой позже, не минутой раньше. Ну слушай, всем в одинаковых условиях. Ну да. Она сдохла просто. Не, ну если б надо было еще просто там прокатиться, завестись, она бы завелась еще, наверное. Насато-сан, will you come to Russia next year? Oh, next year, good. Thank you. No, I didn't try. Ну что, Тимончик? Два прямых эфира встретились. Ну как ты, Саня? Сколько у тебя?
Ну, у меня мало, понятно, что меньше. Сколько? 447. А у меня 1388. Ну, давай, отключай нахер. У меня ПВГ эфир, а у тебя официальный, понимаешь, в этом две большие. Да, у меня официальный, но у меня тоже с матами. Если бы не мое ПВГ... Было бы скучно жить? Да, нет, была бы... Короче, начинается награждение, ребят. Да, все вот. Пойдем тоже смотреть. Так, それでは、まず今回の第3位、アンドリュー・グレイ。そして第2位、辻野秀幸。そして優勝はゴーちゃん。ゴーちゃん、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 ゴーちゃん。ナマリリ。この優勝の表彰を。ジャック会長であります藤井和弘より優勝カップが贈られます。盾ですね、優勝盾の方が贈られることになります。うらー、優勝カップの、あ、3位です。あ、нет、あ、что это。Ну все, ура, все равно. Все равно. Что-то пошло не так, мне кажется. Только больше, больше никого не награждают. Странная система. А, не Димон, что-то последовательно, почему так? Ну, в обратной последовательности, в Японии так принято. Как книжку читать японскую? По старой японской традиции. Короче, награждаю сначала первое, потом второе, потом третье место. Давайте хлопать другим. Все это. Ура! И тишина. Ура! Неблагодарные зрители. Ой, ой, все сломал! На счастье! Так, сордева, назва. Сапенхоу, не гайтесь. На самом деле я снимаю с двух рук, все правильно, потому что у меня эфир и камера вот тут идет, видите, вот так. Так, ну что это? Надо все успеть. Контент, видишь, такая. はい、藤井会長ありがとうございます。続きまして、このまま表彰台のおつかまということでよろしいでしょうか。完走優勝の表彰を続いてまいりたいと思います。続きまして、На самом деле, Андрюха почти свой чувак. Если так говорить. Андрюха серый? Да, Андрюха серый. Именно только что была Чензукаки Энде. Ой, Чарли! Чарльза тоже не забыли. Давайте покричим. Давайте. Что кричим? Чарли! 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 За него китайцы даже не орут. Ой! Пусть знает. さあ、そして続いてさらにはコンソレーション1位という表彰がございます。敗者復活での優勝を果たしたのは小橋正則選手です。うわー、小橋選手には同じく大会の大会の大会の大会の様よりまずは盾が当たされます。どこに行くよ。Ну, который вчера есть. Кто пробился сегодня, 116-51 килограмм. А, я понял. Победитель среди неудачников. Лучший из случаев. Ой, и Бубок дали. Ура! О, Кейчи Сучи пришел.
Но, ребята, кубок из рук сучей, это тоже вам не в тапки срать, между прочим. Да. Что шампанское там? Ура! 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 Тимон, мне кажется, надо тебя привлекать, чтобы награждение им делал. Да, точно. Ну, что-то вяленько, вяленько. Вяленько, никто не кричит, не радуется. Ну, ничего, ребят. В следующий раз. Ребят, дайте флаг! Пацаны, дайте флаг! Флаг, дайте! Все, флаг есть! Хорошо! О, давай, флаг! Честная наша держава, любимая наша страна, могучая воля, великая страна, на все времена славься, Отечество. Свободное, брат братских народов, союз вековой, предками данная, мудрость народная, славься страна, мы гордимся тобой. Настя, привет! Фух, ну, в общем, вы все поняли. Гоча чемпион. Расслабляем булочки, пьем ирочку, там, делаем все как надо. Тут говорят, что ты ПВ-гим пел. ПВ-гим, мой такой он и есть. Вот, ну, спасибо! Все, ребят, всех целую, всех люблю. До скорых встреч! А, прямо сейчас я заканчиваю эту... И все вы идете на YouTube, Тим, фото? Сложно будет собрать всех, но соберем. Но не здесь. Там соберем. Сейчас русских соберем всех, Жека. Так, все русские! Русские все сейчас фототься будем! Все вместе! Гоча Чарльза поливай, Чарльза! それでは今回のこのジャカール、それではシャンパンファイト参りましょう。Погнали! Ума! Чарльз говнюк. Чарльз! О, Гоша поехал. Давайте Гошу катать на подиум. Не-не-не, опасно, опасно. Меня Чарльз облил всего с ног до головы. Нина, если ты смотришь, я вам этого не прощу в следующем году. Что у меня с телефоном? Смотри. Что это такое теперь? Залил. Все, кончил кто-то тебя на экран. Я сейчас поправлю. Слушай? Да.
сильно. О, отлично. Не-не-не, всех русских собираем. А качать? Качать хочу. Погоди, сейчас японцев прогоним, русских соберем. Так, у меня почти телефон сел, ребят, поэтому... О, это Powerbank есть? Я, в принципе, хотел уже заканчивать, на самом деле. Спасибо. Ребят, ну все, всем спасибо. Гоча! 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 Все, ребятки, интересный контент будем дальше снимать. Уже ночью и под одеялом. А потом в Таиланде. Если кто в Тае сейчас отдыхает, знаете, мы во вторник прилетим и будем там до субботы. Все, ребятки, всем пока, всем спасибо. Ура, ура, ура. Спасибо.